Привет, это канал Масалим. Сегодня у нас в работе Kia Optima. Будем делать полную шумоизоляцию. Вот разобрали уже ее. Заводская шумоизоляция присутствует, но в небольшом количестве. Чуть-чуть на арках. Причем только с этой стороны, то есть со стороны крыла там пусто, ничего нет. Вот здесь можно увидеть. И под запаской чуть-чуть. На крышке нет ничего. Крышка багажника полностью голая. Все. Гремит, звенит. Все это надо исправлять обязательно. Дальше поехали вот пол. На полу уже, конечно, все получше. Но этого тоже мало. Для того, чтобы комфортно ощущать себя в автомобиле. Вот со стороны салона на арках чуть больше вибрухи. Двери тоже немножко прошумлены. Сейчас все будем обезжиривать, убирать весь мусор и потом уже клеить виброизоляцию.